Рисунки на урнах разные, есть красивые лесные пейзажи или агитации, например, «Брось окурочек сюда, благодарен буду я». А рядом с такой урной череповчанин сможет почувствовать себя настоящим баскетболистом. Свои необычные рисунки на 43 урнах нарисовали юные череповчане. В день открытия города в июне состоялся фестиваль социальной рекламы. Перформанс направлен на то, чтобы обратить внимание на мусор, который иногда лежит на улицах и уж точно не украшает наш город. Интересно, что сами дети попросили взрослых дать им возможность преобразить город. Идея проведения вот такого конкурса, значит, зародилась у нас в Череповце. Нигде мы ничего не подглядывали. Мы как руководители города в прямом смысле слова хотели, чтобы как можно в большей степени население нашего города принимало самое активное участие в таких интерактивных вещах, в том числе и вот в покраске, значит, наших урн. В этой акции приняли участие десятки череповецких семей. Урны нужно было не просто пестро покрасить, а придумать сюжет для рисунка. Победил эскиз под названием «Лесная корзинка и домик для мусора». Лучших отметил мэр города. Это очень будет полезно. Будет чище. Это что делаться? Замечательно. Детям интересно, во-первых. А во-вторых, привлекает взрослых. Привлекает это. Заботятся. Это вообще здорово. Вот хожу по городу и смотрю, с мужем гуляем. Я говорю, так мало урн. Я рад бы бросить куда, а никуда. Так что вот такая идея. Новые контейнеры установили на площади химиков у Дворца культуры «Строитель» и на площади металлургов, а затем у Ледового дворца, Дворца металлургов и сквере возле вокзала. Специалисты признаются, что сегодня к работе подходили с особым настроением. Ну, это для города, для красоты, для детей, что для виду, что окурки, бумаги не надо кидать мимо. Урну сразу издалека видно, она яркая, красивая, она может в чистоте приучить людей. А белые стоят, они красивые. Это привлекает людей. И спасибо тем, кто это рисовал. В администрации города нам рассказали, что такие креативные и необычные акции и перформансы продолжатся в Череповце.